Бак, ты меня помнишь? Твою мать звали Сара. Ты вместо стелек совал газету в боты. На тебя открыта охота. Но я давно завязал. Охотники, видно, не в курсе, они едут сюда. И живым ты им не нужен. Капитан, народ по большей части видит в вас героев. Но есть и те, для кого вы скорее линчеватели. У вас безграничные возможности и никакого контроля. Больше мы с этим мириться не намерены. Я знаю, как Баки тебе дорог. Не лезь в это, поверь. Так будет только хуже. То есть они арестуют меня? Без последствий не обойдется. Капитан, что такое напряженный? День выдался жаркий. Если мы выше закона, мы не лучше злодеев. Я это вижу иначе. Иногда так тянет по зубам тебе дать. Хочу быть уверен, что просчитаны все варианты. Когда палят по вам, то и я попадаю под раздачу. Понятно, чем это обернется. Разве обязательно решать все силой? А дальше что? Вперед! Прости, Тони. Будь у меня выбор, я бы на это не пошел. Но он мой друг. А я больше нет.